Hello, my dear friends. Я попробую запечатлеть, записать на видео свои старые записи, свои старые сочинения. Вот сейчас, которые я вспомнил, одно еще, даже два, которые хотел бы воплотить в жизнь, реализовать свои фантазии. Но иногда не сразу все получается. Ну пусть так. Отрывок из оперы моей, как сказать, тут в общем своего рода действия одного персонажа, который, скажем, изливает душу здесь и как бы рассказывает свои печали или свои грусти, что-то такое вот. Следующая композиция